Всем привет! Меня зовут Вадим, я представляю компанию Lemma. Мы занимаемся производством различных деревянных конструкторов. Перед вами самолет И-16. В комплект входит 9 деталей, изготовленных из трехслойной фанеры. Модель собирается без клея. Открываем упаковку. Выкладываем детали нашего самолета. Рассмотрим их. Кабина самолета состоит из двух лицевых и одной центральной частей. Подвижный пропеллер. Шасси. Пара колес для шасси. Фиксатор пропеллера. Наждачная бумага на всякий случай. Итак, приступим. В первую очередь соберем кабину самолета. Складываем детали таким образом. Вставляем основу и плотно фиксируем. Следом закрепляем шасси внизу самолета. И присоединяем колеса. Накладываем пропеллер. Закрепляйте не сильно туго, иначе пропеллер не будет вращаться. Наш самолет готов. Приятной игры и до новых встреч!